И в завершении напоминаем нашим зрителям, что ежедневно на нашем телеканале выходит уже полюбившаяся зрителям рубрика «Вечер у камина». Буквально за пару месяцев у нас в гостях побывали более 30 гостей. Это художники, поэты, космонавты, педагоги, врачи, активные молодые люди, прославившие округ, и многие другие. В ближайшее время мы ждем у нашего камина представительницу молодежного парламента, любителей животных, адвокатов и талантливых людей. Следите за нашими анонсами в сети Instagram. А если вам есть о чем рассказать и вы готовы стать героем нашей программы, звоните в редакцию, пишите нам в социальные сети. Мы с удовольствием расскажем о вас всему городу. На самом деле нам очень приятно, что наша рубрика «Вечер у камина» пользуется большой популярностью. Это одна из рейтинговых программ на сегодняшний день. Мытищинцы любят, смотрят и ждут очередной выпуск. Но вообще хочется сказать, что участником этой рубрики может стать любой наш телезритель, кто обладает какими-нибудь талантами. Ну, рисует, пишет песни, читает стихи. Ну, просто интересный и замечательный человек. Потому что, ну, мы все понимаем, что каждый мытищинец вносит какую-то свою лепту в развитие и в историю города. Поэтому обращайтесь, пишите. Мы готовы сотрудничать с каждым. Приходите к нам на программу «Вечер у камина». Первый мытищинский работает для вас.